Почему? Кто, что это за Гитлер справа? Это стрейк-зеки, ты чё? Варден. Лучший скин на него. Я бы выбил сет Гитлера. Саня начинает падать и как-то, ну, недалеко упал. Вниз. Ну да, я тоже думаю, ну, какой-то ящик, наверное, а там чувак подо мной лежит, кровью истекает. Чё, в обычный режим можешь, не? Да зачем? Давай выбьем пакеты-то. Да как их выбивать-то, блядь? Просто убивать надо. Убивать? Я 9 вольнул сейчас. Ну, всего. А сколько надо убить вообще? 20. 20. Ну, странные подсчеты здесь на самом деле, непонятные. Может, после катки они как... После следующей. Блин, нет, закрыть. Игорь, сука, я убил за атаку? Одного, мне показывается. Может, они дробовика именно? За атаку легче всего, блядь, играть. Ну, типа, начинать. Ты просто все выносишь. Написано, меня 8 20 убийств. У тебя сколько, Вань? 8. 8? Понятно. Да, блядь, я не понимаю, как он засчитывает, понимаешь, Сань? Я тоже не понимаю. Очень странно, как он засчитывает. У меня в этой катке 3 килла сейчас было. Может, победные только засчитывают? В смысле? Ну это же бред. Ну, это Ubisoft. Но тут я с тобой не могу не согласиться, Лёх. Это аргумент. Угу. Аргументный аргумент. Я выпил за это. Ну, я просто сейчас в последнем раунде не играл, потому что Саня говорит, летит сифон, я такой, а, и умер. Ты его съем с ам? Да. А потом я кидаю гранату в ту сторону и раню Афанаса. Я такой, чё? А я просто подбегаю к окну, чтобы закинуть флешку, и в это время оттуда Валькирия выпрыгивает, и мне сразу ушло. Да, это просто закон подлости, здесь как бы ничего не можно. Давай быстрее езжай уже, блядь, уже все видят. Так как у Вани бывает, когда он такой, давай-ка стрельну в рандомное окно, закрытое полностью, глухое окно. Да, голова. Два раза так было, или три. Когда Саня, помню, тогда на конце стрелял. Там док был, стрелял, убивая док, просто закрыто окно. А, будут кидать. Сифор полетит. Сиф стрел. У меня... Саня, слева! Если пробежь, то... Смолком. Открываю. Ааа, затолка меня. Не вскрыл. Да блядь, какой же ты, сука, блядь! Ни раз не попал, блядь. Бля, мне Паша свои флюиды на меня перекинул, меня тоже это бесит. Блюид, блядь. А смог живой, что ли, валяется? Нет, его ты убил. Нормально, блядь. Вы видели, блядь? Да, это блядь. Я вас шота в него выдал. Просто в него. И попал один, вот точно, самый первый. Остальные ты выстрелял. Ты все равно, он должен был его завалить. Должен был. У тебя 100 хп был, да, Паш? А? У тебя 100 хп было? Да, у меня 100 хп было. Это ваши дробовики охуенные, животворящие. Блять, это ору с флюидов, не могу. Не, блять, жирный, медленно бегать не хочу. Конфуций. Жирный медленно бегает. Джейсон Стэттем. 20.